о смысле Троицы. У православных Троица – это Бог в трех ипостасях. Мусульмане отвергают это. Они говорят, что Бог един, у него там нету никакого деления. Они воспринимают Троицу как деление. Где же истина? Ну вот я тут, живя уже год не по своей воле, в долине Рейна, а по воле французских садистских властей, я по неволе, один день в неделю я учу немецкий язык, и по неволе я учу песни, потому что это самый легкий способ учить язык. Я выучил песню «Марш Первой мировой войны». Самая известная песня Первой мировой войны – это «Die Wacht am Rhein», «Вахта на Рейне». Es baust ein Hof, wie deine Hall, ich werde klirr und morgenprall, zum Rhein, zum deutschen Rhein, wer will die Sturmeshüter sein? Ну, кто хочет быть защитником Рейна, поется. Вот. И там есть такие слова. В припеве. Versteht und treu die Wacht am Rhein. Твердая стоит верная, трой, верная вахта на Рейне. Так вот, слово верное. Еще вот недавно выучил песню Демиса Русоса на немецком языке. Как же она по-английски? Ну, не знаю, сейчас я напою. Here the wind... вот сейчас путаю английский и немецкий. Here the wind sings a sad old song. Goodbye, my love, goodbye. Goodbye, auf Wiedersehen. Die Zeit im Sommer, Sonnenschein, mit dir allein war schon. Это вот на немецком припев. И там вот есть такие слова тоже. Ich bleib dir treu. Я остаюсь тебе верен. Трой. Три. Трое. Труа по-французски. Так вот, раньше мне так казалось, давно, давно я так почувствовал, что этимология этого слова, это Троица какая? Это папа, мама и дитя. Ну, дитя может быть разное. Но почему же не два ребенка, не три ребенка, не четыре ребенка? А дело в том, что очень многие мужчины при появлении ребенка просто сбегают от женщины. И я наверняка думаю, это было во все времена. Они, ну, раньше было проще на этот счет. Не то, чтобы даже сбегают совсем, но просто как бы изменяют. То есть любимой становится другая женщина. И вот ребенок – это любовь. Ребенок привязывает мужчину и женщину друг к другу еще больше. Можно сказать, что даже это основание любви. Вот. И когда проходит любовь между мужчиной и женщиной, возникает такая сильная к ребенку, что они не могут из-за ребенка порвать друг с другом, и уже между ними рождаются другие уважения, отношения, уважения. Так вот, если мужчина нормален, в том смысле, что для общественной жизни для такой, если как его слепила природа, он годен для того, чтобы продолжать род в полной мере, что он мужчина по-настоящему, в полном смысле мужчина, то он, конечно же, любит ребенка и любит свою жену, и он остается с ними. И вот он говорит, нас трое. Трое. Трое – это верность. Так вот, смысл Троицы в верности – вот в этом смысле, что это заменяет это слово. В немецком языке это сейчас и есть трое, это верность. Трой. Во французском труа это три. Но там может быть другое какое-то слово. Но слова вот так они в одном языке играют одну роль, а в другом языке другую, как бы сопутствующую роль. Вот. Так что очень полезно. Этимология очень полезна для понимания вообще человеческой природы. А поскольку иногда в словах скрыто прямое, их прямое значение, их прямая подноготная, я бы сказал. Но она скрыта в языке, потому что мы иногда говорим, ну, мы, например, иногда говорим «спасибо». Да, но мы же не осознаем, что это словосочетание «спаси Бог». А потом оно просто редуцировалось до «спасибо». Вот. Так что...
А почему же все-таки тогда? И ведь люди, они, ну да, в одном языке первое значение слова одно, а второе значение слова другое, а в другом языке второе значение слова приобретает первое значение, и первое слово, первое значение приобретает второе значение, и так далее. Но все-таки эти слова, они как бы стыкуются между народами, и они, так как народы соседствуют, они и друг от друга происходят же, они зачастую общие слова все равно. Просто в одном языке у них какое-то значение выше, какое-то ниже, а какое-то вообще там подсознательно. Вот так же и понятие Троицы. В одной религии Троица больше играет другое значение, три ипостаси Бога, а в другой религии она играет, это играет второстепенную подсознательную роль. Вот. Конечно же, Бог как сила жизни — это одно. То есть вот эти все трое, папа, мама и дитя, они играют одну роль. Они просто продолжают жизнь. Это и есть Бог. Да, и вот с недавних пор я пришел к мнению, я думаю, что это окончательное мое мнение в этом смысле, что Бог, человеческий Бог, он существует в обществе. Так же, как и Бог, так же, как и дьявол, человеческий дьявол, он существует в обществе. Что меня, например, убивает здесь? Что меня здесь убивает? Люди меня убивают. Те садисты многочисленные, которые фальсифицируют документы, которые лгут, которые издеваются, которые пугают. Просто всего не перечислить. Это такая тьма всего этого, гадости, всякой мерзости. Я удивляюсь, как они в нормальной жизни-то живут. С другой стороны, что меня держит в жизни? В жизни меня держит... Вот эти дети держат. Да, и опять же, надо о чем упомянуть. Да, и они, наверное, вот эти... Те, которые хотят меня уничтожить, они удивляются. Чего же он такой жизнестойкий-то? Чего же он не унывает-то? Почему у него депрессия вдруг началась? Мы его вроде добили, а он опять возродился. И вроде бы, посмотрите на него, он нормально себя чувствует. Без алкоголя, без сигарет, без ничего. Даже питается скудно и однообразно. Ну, правильно зато. Да, я когда-то на форуме evrotourist.club привел такую, ну, видео там, или в чем я, аналогию, что человек взрослый, он меняется, человек, то есть его, он не только внешне меняется, он и внутренне меняется, вот, его, так бы, структура моральная, структура духовная тоже меняется. Человек, ну, как сказать, ну, вот, например, у кенгуру есть сумка, да, для детеныша, но сумка выросла, почему? Потому что и эволюция вырастила эту сумку. Ну, вот все у нас существует зачем-то. Но это проявления физические, внешние. А есть внутренние проявления, душевные. То есть, ну, если у нас есть потребность заботиться о детенышах, то это не потому, что мы эту потребность сами развили. Не потому, что нас кто-то научил этому. Хотя влияние, конечно же, есть. Это так называемый фенотип. Но это вложено в нас, это проявляется в нас, это у нас как бы это наша форма духовная, которая в нас заложена эволюцией. Вот. Если у нас это есть, и мы это не используем, оно как бы, ну, гниет, или как сказать, или не задействовано. И в том смысле, вот наша вот эта внутренняя конфигурация сложная, и она, с одной стороны, сложная, да, с другой стороны, простая, это для тех, кто понял. Так вот, если не задействовать. Если не служить Богу, проще говоря, если не служить жизни, проще говоря, то мы как бы не, мы выключаем в себе энергию, и мы умираем. И умираем по-разному, через разные страсти, там, переедание, там, наркотики.